к другим темам. Праздник щедрых подарков, необычных конкурсов и оригинальных костюмов прошел в новом торгово-развлекательном центре «Тау-галерея» при энергичной поддержке одной из самых популярных молодежных станций Саратова. На несколько часов организаторы превратили атриум центра в ярмарку талантов и аттракцион щедрых призов с элементами мистики. Подробности в нашем следующем сюжете. Когда весь город охвачен настроением Хэллоуина, мало кого удивит появление посреди популярного торгового центра ярких персонажей, которые не только выглядят, но и ведут себя необычно. Девчонки, да что вам предстоит сделать? Буквально на глазах не только дети, но и солидные главы семейства превращаются в героев любимых ужастиков. А к специально приглашенным гримерам выстраиваются очереди. Сразу после хоррор-грима можно сделать бесплатный шарж, после чего уже смело отправляться на битву за призы. Их предоставили более 30 магазинов-партнеров. И за каждой участники готовы и прокатиться на метле, и вспомнить всех персонажей страшных сказок и фильмов. На кого охотился Ван Хельсинг в одноименном фильме? Но все знают этого черного героя. Кульминация мероприятия – шоппинг-квест «Черный ценник». Чтобы забрать большую скидку или подарок, нужно найти магазин с ценником на карте. 25 участников справляются с заданием быстро и оставляют себе на память о 31 октября отличные подарки и приобретения. К радости организаторов, которые и сами не остались в стороне от традиционного молодежного хэллоуинского карнавала. Одна из частей программы, так скажем, это вот этот вот устрашающий грим. У нас сегодня практически вся редакция решила поучаствовать в мероприятии именно в таких вот разных образах. Кто-то был вампиром, кто-то праздником это не считает. То есть для кого-то это просто 31 октября, для кого-то это, да, действительно праздник. Я думаю, что это просто один из поводов вот так вот раскраситься, выйти на улицу или сходить куда-то погулять и быть, в общем-то, актуальным в этот день. Екатерина Барковская, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.